Узнать всю информацию о родственнике, репрессированном в годы Отечественной войны, стало возможным в Казахстане. На официальном сайте Министерства внутренних дел появился новый сервис «Мемориал», в котором хранятся архивные данные на более чем 100 тысяч репрессированных, которые были оправданы, а также солдат, попавших в плен в годы войны. Сюда же включены сведения из уголовных дел на осужденных других союзных республик. Только за прошедший год в ведомство поступило 555 запросов. Из них 442 – это обращения казахстанцев, более 100 от граждан иностранных государств. У нас хранятся уголовные дела. По уголовным делам мы предоставляем сведения. Сведения, когда он репрессирован, по какой статье, какой срок, например, получил по 58 или 59 статье. Потом, когда он реабилитирован. Если есть в личном деле какие-то личные документы осужденного, то мы его можем предоставить родственникам. Для того, чтобы родственники его получили, они должны предоставить документы, удостоверяющие, ну, предъявить просто удостоверяющую личность документы и доказать свое родство с этим репрессированным гражданином.